Здравствуйте, это 100 вопросов об ICO за одну минуту с Владимиром Поповым. Владимир, а почему консультации по ICO такие дорогие и как оптимизировать расходы на них? Да, действительно, рынок заполнен хайпом, и на сегодняшний день консультации в 200 тысяч долларов считаются адекватными, и бывает больше, бывает намного больше. Оптимизировать можно двумя способами. Ну, во-первых, самый сложный, но самый надежный – это всегда искать конкурирующие компании. Они есть, их не очень много, но они есть. И, соответственно, пытаться демпинговать с помощью того, чтобы условно устраивать альтернативные конкурсы, там какие-то перекрестные вопросы и так далее. Почему? Потому что даже у разных юридических компаний на разные юридические услуги у кого-то может быть, например, стоит платная консультация письменная дешевле, да, у кого-то, например, устная консультация будет дороже и наоборот. То же самое касается и маркетинга и так далее. Это первый момент. Второй момент, как можно оптимизировать – искать все-таки материалы из первоисточников. Сейчас, в отличие от того, что было даже полгода назад, и тем более того, что было год назад, и тем более того, что было в самом начале ICO, когда они только-только зарождались, сейчас все-таки довольно большое количество материалов, и в тот момент вы себя апгрейдите, получаете какие-то новые скиллы, вы помимо этого еще получаете уровень компетенций, который позволяет вам заходить на настоящих специалистов, потому что большинство денег тратится на специалистов, которые не могут дать вразумительный ответ, и вот это самое страшное. Поэтому вот эти два лайфхака спасут вас.